Дмитрий, доброго дня. Розкажіть, як пройшло міжсезоння? Хто з хлопців зміг потрапити до професійних команд? І які плани зараз на ЮФУ Ю-19? Добрий день. Ну, міжсезоння у нас, прежде всего, заключалось в том, чтобы после выпуска ребята, ну, оставить в обойме, то есть дать им возможность дальше играть под эгидой Ю-19, поэтому была первоначальная задача пообщаться с ними и, ну, объяснить им, что все только начинается, потому что это такой переходный период от юношей к взрослому футболу, не все его выдерживают, неправильно они как-то это себе что-то там придумывают, какие-то все пропало там или еще что-то, ну, какие-то истории. Поэтому как-то прежде всего надо было их, ну, как сказать, объединить одной идеей, потому что у нас некоторые ребята уехали, подписали контракты, поэтому тоже для некоторых это тоже было как-то так. Почему не я, почему он, это тоже надо было объяснить, что сегодня один, завтра второй, поэтому надо делать работу. Поэтому, ну, я думаю, что мы с этим справились, потому что мы уже начали тренироваться. Во-первых, мы ушли позже всех в отпуск, потому что у детей было поступление. Слава Богу, все поступили, молодцы. То есть тоже у меня за это уже сердце не болит. То есть я понимаю, что они уже в пределе. То есть остается только именно сейчас чуть-чуть надавить на футбол. Ну и уже и первые вышли с отпуска. Мы уже с 25 июля начали плодотворно тренироваться. То есть готовиться к Ю-19. Я очень рад, что на первую тренировку собрались все. То есть ни один человек не профилонил, где-то в гидропарке не остался. Это тоже радует, это немаловажно, это показатель, наверное, того, что все-таки я достучался, они меня услышали, они большие молодцы, они все хотят играть. Поэтому я смело смотрю в будущее. Мы сыграли ряд контрольных игр с областными командами. Одну проиграли, несколько выиграли. Сейчас с Оболонью Ю-19 сыграли, 4-0 обыграли. Ну, в принципе, я так могу сказать, что сейчас в обойме 24 человека и все, в принципе, плюс-минус равны. Поэтому у меня приятная головная боль, что молодежь хочет и у меня есть чего выбирать. Это, ну, немаловажно. Поэтому смело смотрим в будущее и задачи, конечно, от этого и ставим задачи. Ну, наверное, выход из группы – это раз. Но опять же, как мы пройдем зиму, потому что не исключено, что часть детей опять уедет в команды. Если сможем доукомплектоваться, если уедут, доукомплектуемся нормально зимой, то задача будет однозначно стоять. То, что первый круг мы должны максимум набирать, это не обсуждается, они это знают, поэтому спасибо им, что они меня слышат. Институт уже начался, они сегодня опять в полном составе после института тренировки, тренировка, они все на тренировке, все бьются, у них уже эмоции, сейчас начнутся еще игры за институт, там, где тоже будем за них переживать, пусть они себя проявляют. Ну, я так скажу, у них интересная жизнь началась, поэтому моя задача им помочь и быть рядом с ними, потому что мы все делаем одно дело, поэтому Боженька нам поможет. Четверо хлопців ваших підписали зараз професійні контракти. Як вони себе почувають в командах? Чи потроху грають? І загалом, як у них складається? Ну, да. Віталік Дубілей, Артур Чапала і Максим Сміян грають регулярно в своїх командах в «Заре» і в «Александрії». А Жора Єрмаков поки тренується, але в заявку вже попадав. Я за нього дуже рад, горд. Так, ми з ним по телефону спілкувалися, і він приїжджав зараз на ігру. Ну, що? Мой совет ему терпеть, это вратарь, это тяжелый труд, особенно когда ты попадаешь под вратарей хорошего уровня. Сколько вратарей под Сашей Шавковским сидели и не дождались своего часа. Ну, надо дождаться, и надо, вот когда тебе дадут, надо выйти и сыграть так, чтобы уже не ждать, сидеть в очереди. Потому что мы все за него переживаем, он трудолюбивый мальчик, наша гордость, поэтому... Я думаю, у него все сложится, потому что он реально трудоспособный парень, и, ну, я думаю, что должно воздаться, должно однозначно воздаться. Дякую за коментар, будем слідкувати та сподіватися на краще. Дякую.